Hyundai Starex. Печка отказала. Вот здесь вот сейчас попробуем ее снять. Здесь вот она на винтиках. Ты уже третий откручиваешь. Так, вот она вот вылезла. Я думал, здесь мусор попался. Он говорит, от этого не может быть, говорит. Я спросил там у этих. Вот такой двигун там стоит с крыльчаткой. Вот поценил просто лампочку клемме. Сейчас будем посмотреть, загорится она или нет. Если загорится, значит двигун умер. Все, ток есть. Двигателю кранты. Вот здесь вот каталажный номер у него. Сейчас будем заказывать. Как он умирал? Умирал он постепенно. Иногда работал, иногда не работал. Иногда стукнешь по нему, заработал. Сейчас вообще не работает. И думаю, наверное, 1000, 2000, 3000, 4000 стоит оригинальный-то.